Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс. В прошлой серии в Ванбане 6 мы включили третий переключатель, который ведет к скипетру. И сегодня у нас последний переключатель. Ну что, готов? Поехали! Короче, нам дали карточку. Это та самая синяя карточка. И что ж, погнали! Банбан где? Раз. Бух. Второй. Бух. Бух. Хорош. И погнали. Бам! Место для средневековых пыток, что ли? Средневековых пыток. Я не успел прочитать кейс. Все, блин. Ну ладно. Я не думаю, что там было прям что-то сверхважное. Думаю, там скорее что-то прикольное, чем важное. Какие-то кусты, смотри. Две неактивные кнопочки. Высоченные лавочки. И широкая дверь! Честное слово, дверь выглядит так, как будто ее взяли в фотошопе, знаешь, так, и растянули. Такая широкая дверь. А, там вообще 4 кнопки. Ну, попрыгали. Как? У меня первый выключатель вон там. Ну, погнали к нему. Ну, потом еще какая-то дверь. Все. Угу. Есть. Первая кнопка завелась. А что за дверь? Дверь во тьму. Понятно. Главное, чтобы там опять не было никакого такого вот гада мелкого. Чуть-чуть, смотри, дотягиваюсь. Бум. И стал. Промень. Давай по кустикам, по кустикам. По кустикам всегда идется быстрее. Да. Бах. Там включился свет. Она просто, получается, включилась. Такой маленький выключатель. И огромнейшая дверь. Хорош. А там? Там ничего. Окей. Огромнейший проход. Для кого такие проходы строятся? Капец. Какая маленькая дверка в конце. Surgeon Mission. Миссия хирурга. Хирург ищет лолипопы для пациента. Найди 8 лолипопов, то есть чупа-чупсов, чтобы получить приз. Вот это лолипоп. Привет, великан. Стоять! Я тебе сказал, нам не разговаривать с незнакомцами. Но нам нужна помощь. Вы не видели нашего отца? Сегодня он не приходил. У него больше рук, чем у тебя.
Ага. Больше, чем у нас, очевидно. Если вы его увидите, пожалуйста, скажите ему, что нам нужно, чтобы он вернулся. Их отец — это этот хирург. Куча руки. Надеюсь, он добрый. У него умные дети. Поэтому ему я надеюсь, что он тоже умный. И добрый. Ага. Вот та самая доска, которую мы видели. В первой серии. Лолипоп. Блин, так быстро все нашлись, и последний, как обычно. О, вот он. Смотри, как он спрятан. Эп! Не могу. Опять не смог. Есть. Клади. О, да. Speed limit 15. Так, королева. Королева! Обновление номер 15. Первая экспедиция после возвращения скипетра в корпус 14 была отправлена сегодня. И результаты были переданы как очень срочные. Учитывая впечатляющие регенеративные свойства гивания ума, команда экспедиции предоставила доказательства того, что королева и 18-й используя свои собственные геномы для сознания собственных случаев. Ну, типа, они как детей делают. Детей, вот, правильно. То есть, 14-я, ну, то есть, наша королева сделала мелких в таком плане. Хотя исследования подслучаев или случаев в качестве доноров используются две сущности на основе диваниума, как это определено в справочнике для сотрудников, были минимальными. Эксперты предсказывают, что эти подслучаи будут иметь тот же уровень послушания, что и доноры и генома. Случаи 9, 14, 17 и 18 не знали, что это возможно. Ага, то есть они не знали, что можно как бы сделать детей. Без инсайдерской информации, И мы считаем, что случай 4 является информатором. То есть 4, 4 это хирург. Прогнозы показывают, что восстание неизбежно. Ждем указаний руководства, как действовать дальше. Кейс опять-таки не готов. Причем постоянно не готов. Погнали. А куда? А как? Упал. А чё? А чё, куда мне? Я чё-то упал? Где мой дрон? А как? О! Живо! Держитесь в центре, чтобы они смогли... Я собирался устроить ловушку для этой твари, но теперь мы должны тебя вытащить. Вообще-то, можешь сделать и то, и другое. Тебя окружает электрическая ловушка. Им нужно много энергии. Большие батареи разбросаны по палатках по углам. Можешь сделать так, наделать как можно больше шума и потом убежать, пока он отвлечен. А чё, а как? Ё-моё! Чё-то куда-то упал, куда-то провалился, оказался. Давай.
раз палатка. Погнали, погнали, погнали. Давай. Пошла бочка. Пошел. Есть. Перчатка раз. А куда мне? Туда. Не унывай. Хорошо. Давай, давай, давай. Угу. Давай. Вот. Выглядит, как будто тут есть проход, но его здесь нет. Вот так. Давай. А, и тут у нас тупо еще одна бочка. Давай. Да что-то как-то... О! Покатилась. Давай. Птичка. Птичка. Давай. Есть. Ей, у меня есть две батарейки. У-ху. Два столба. Он активирован. И большой радиус должен быть охвачен. Кстати, петицию нырнуть еще раз. Есть. Что, типа, прям на меня? Окей. Офигеть. Не знаю, как долго мы будем в безопасности, так что давайте убираться отсюда. Оставайте на месте, я посмотрю, что может сделать. А, все-таки это дверь. А где дверь? Пока. Это дверь. Погнали. Угу. Эч-эч. Угу. Защитить и закрыть. Ой. Опа! В сопли просто разплющило. Пеленок. Доброе утро. Хе-хе-хе. Нормально, вылечили пеленка. Мне за ним. О, это не то, что я бы хотел. Типа, я не хочу это делать снова. Я буду искать выключатель там, где я нахожусь. А ты смотри, там, где ты находишься. Посмотрим, смогу ли я открыть для этого выход. И типа сюда. Открывай. Открывай. Здрасте. Давай, нажми на эту штуку. Ничего плохого не случится, я обещаю. Ну давай. Видишь, я же говорил, что ничего плохого не случится. Капец, фиолетово-розовый, черт. Окей, погнали наверх. Пока. Так, скипетр. Опа. Ха-ха-ха-ха. Я все еще оглядываюсь. Возле, не идет ли за нами тот? Черт. Так. И рабочий тупо. Ты.
огромное пространство, в котором есть кнопка реворда. Чё? Чё это? Фу. Какая-то загадка. Сейчас, что, стой, что там наверху-то было? Музыка офигенная пошла. А что тут наверху? Сейчас, тут коротенькая лестница. Какой-то коридорчик. Угу. А, у нас тут нету карточки подходящей. Понятно. Какая музыка офигенная это, а? Тын-тын-тын. Они реально музыку делали все это время. Ага. Короче, понятно, каждая кнопка будет поворачивать вот эту штуку. И надо пропрыгать так, чтобы тебе не снесло. Вот тут безопасно должно быть. И вот тут. О. Давай, давай, давай. Но это не тяжело. Это легко и быстро. Ой. По крайней мере, сейчас. Опа. Карта. Наверх. Теперь можно все завести. Давай. Нет. Это, походу, тупо нерабочий. Просто выключен. Давай. И что же там? Вроде бы как нажали на все кнопки. А, вот что это за дверь какая-то. Понятно. Окей, прошли. Хоть местами немного и непонятно, но... Все открыто. Я справился. Когда я не смог найти выключатель на своем этаже, я отправился обратно. Подумал, что заблужусь, пытаясь найти тебя. Но вы сделали это, и мы можем положить конец этому хаосу. Подожди, сначала мне нужно кое-что сделать. Не думаю, что в ближайшее время ему придется побеспокоиться о шалунах. Хочешь его выпустить? Угу. Ты свободен! Опа! Свалил. Чё? Я чтобы он... Давайте покончим с этим. Я подумал, что бомбан пропал. Погнали. Все сюда заходят. Угу. Комната как у королевы. О. Скипетр, скипетр. Что вы скажете? Не думал, что увижу эту комнату так скоро. Хирург должен быть здесь, ах, не скипетр. Когда он делся? Я сомневаюсь, что вы поймали шалуны. Весело было бы в полном беспорядке, если бы он был. Но мы можем искать его. Только если у нас есть скипетр.
О, перезарядить. Кажется, все решите просто, нажать на кнопку. Мы точно хотим ее нажать? Нет, Набнаб! А что с Набнабом? Ой-ё! Набнаб включил, да, типа? Скипетр, скипетр! Чё? Я оглядываюсь, не страшно. Работы скипетр. Скипетр. Ему не хватает части. Это плохо. Что делать? So, так вот, я хранился ключ от моей тюрьмы. Отличная работа. Все переключатели активированы. Большая часть дверей открыта. Сокровища готовы к разграблению. Боюсь, что в этот момент я приду и заберу все ваши труды себе. Я чувствую, что не один в этой комнате. Кому это удается? Считайте, что это часть расплаты за то, что было сделано со мной. К тому же, я должен был быть уверен, что история не повторится. У нас не было выбора, мы собирались уничтожить нас всех. У тебя был выбор, и ты сделал неправильный выбор. Где шериф и хирург? Вынесенное повеление здесь, и захват скипетра не было частью вашего грандиозного плана. Я не знаю, где они. Я вам скажу, вы прячетесь как трусы, которыми вы все являетесь. Найду их, и все поплатятся. Кажется, скипер тоже еще не завершен. Скажешь мне, где находишься недостающий кусок, и мне придется съесть твоего котенка. Ты не будешь делать ничего подобного. Просто забудь, что было между нами раньше. Ты знаешь, ты всегда был моим другом. Для чего нужны друзья, если не для таких случаев? Что он сделал? А что он сделал? Он заставил Набнаба мутировать. Беги! Стой, вы сейчас с нами вместе? Что? Погнали, побег, побег, побег! Кусты! И Банбан бежит, все убегают. Все тупо сваливают. Давай. Давай. Короче, Набнаб что-то стал мега-монстром, да, опять? Давай. 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 Капец. Чё? Обрыв? Я думаю, что смогу пойти. Что? Что ты имеешь в виду? Вы не поймете, они ценят мои шутки! Кто они? Это мой единственный шанс получить аудиторию. Я собираюсь им воспользоваться! Пока! Нет! Ушел во тьму. Нырнул. Окунулся по полную. Беги, 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 беги. Чё? Пух. Заходи, Банбан. И вот тут, да, они поняли, что все, к чему не стремились, было напрасно. А чё это? Вы оба станете прекрасными поколениями, пополнением моей армии. Вместе под моей командой мы завершим то, что не смогла сделать королева. Я задержу их. Нет! Ищите хирурга. Они все теперь под его контролем. Нет! Банбан!
Вот и все. Бан-бан пройден. Продолжение здесь. Бан-бан 7. Ну что же, вот мы и прошли бан-бана. Мы получили скипетр и... Ну как получили? Мы получили сломанный скипетр. Сам по себе скипетр еще и не завершен, оказывается. И эта штука, которая вырвалась из сумки кенгуру, захватила всех. Что же, посмотрим, что будет дальше, ведь Бан-Бан остался с ними. Ну, мы уехали, конечно же, вниз. Так что ждем 7-го и 5-го Бан-Бана, ведь 5-го Бан-Бана так и нет. Если хочешь увидеть прохождение 7-го и 5-го Бан-Бана, тебе надо поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Можно спонсорочку оформить. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.